29 июня команда «Стартап Самара» в партнерстве с центром «Мой бизнес» приглашает на бесплатный воркшоп по созданию и тестированию идей для бизнеса. За один день можно успеть сгенерировать с нуля идею работающего бизнеса или докрутить ее до нужного уровня. Марафон рассчитан как на индивидуальную работу, так и на развитие навыков работы в команде. Подробности можно узнать в телеграм-канале городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Самарцы могут получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти в личный кабинет госуслуг и заполнить заявление. Получить услугу могут юридические лица, ИП и самозанятые, имеющие учетную запись на едином портале государственных услуг. Выдача разрешения на перевозку пассажиров легковым такси на территории Самарской области осуществляется региональным министерством транспорта и автомобильных дорог. Услуга бесплатная, пишет телеграм-канал администрации Октябрьского района. В России в поддержку нацпроекта «Экология» продолжается акция «Выбираю чистый воздух». Ее идея в том, чтобы вместо транспорта на бензине выбрать более экологичные альтернативы. Акция продлится до 22 сентября. Благодаря ей можно позаботиться об окружающей среде и о собственном здоровье. Главное во время поездки на велосипеде или самокате не забывать простые правила безопасности, напоминает телеграм-канал Советского района.